Раз, два. Так, а сейчас мы лучше. У нас лучший заезд. Сейчас мы лучше заехали, да? Да. На повышенной. Ну, я скажу, сила Нива. Даже на переднем приводе мы можем ехать. Ух, классно. Ну, здравствуйте, любители колес. Сегодня у нас небольшой выезд автомобилей. Автомобилей у нас сегодня много. Предпочтительно Нив. Отлично. Так, здесь у нас пятидверка с хорошим лифтом. Отлично ползет. Так, Сан-Йонг. Ну, он потяжелее, конечно. Нива у нас на склоне встала и не может заехать. Кажется, что снега маловато, а на самом деле, ребята, надуло, снег плотный. Ладно, сейчас они выйдут. Давайте дальше смотреть. Тихоходная Нива, я ее называю. Вот пара занижена, просто видите, она катится и все на малых. Так, Дастер у нас. Отлично. Ну, Субарь. Сегодня у нас Субарь, ребята. Двухлитровый Дастер у нас. Блин, ветер. Ездит на газу. Без имитации. И смотрите, 1.6 Дастер. Бензин. Что она может показать? Так, Субарь у нас засел, у меня руки замерзли, пошел заварщик. Итак, у нас шевик. Молодец, здорово. Соболь спасает Субаря. Итак, друзья, выехали мы с одной засады, вот в поле приехали. Смотрите, сколько у нас сегодня машин, разновидность автомобилей очень много, подготовленные, неподготовленные. Сейчас мы накатаем две трассы по полю,
и попробуем сравнить автомобили. Итак, у нас опоздавший Константин L200. Молодец. Так, Шевик по следу L200 пытается. Нормально. Нива Урбан в стоке. Снимать буду в роли пассажира. Про что говорил? Нива Шевроле. В стоке обычная. У тебя один только широкая. Какая стоит? 235-я. Ставливает постоянно. А ты скольки ставишь? На глаз. На глаз. Вот. Ну и посмотрите сами, как автомобиль может ехать в стоке. Ну, на оставленной резине, ребят. А это прямо интересно. Итак, у нас три Дастера, Шевик и длинная Нива. Смотрите, двухлитровый. Гонку выиграл. Двухлитровый Дастер. Так, у нас сейчас заезд ровный получился. Дастер, Нива, черная Нива, широкие колеса. И опять же, смотрите, выигрывает двухлитровый Дастер. 2 литра Дастер, блин, тема, ребята. Нивы, к сожалению, пока отстают. И черная Нива широкими колесами едет медленней. То есть на узкой резине Нива едет интереснее, ребята. Стартует длинная Нива и короткая Нива. Короткая Нива вырывается вперед. Длинная Нива. Ну, здесь судить-то сложно. Все зависит от водителей. Итак, ребята, мы с вами сейчас в пятидверке Урбан. Вот, Ильнур, поздоровайтесь, привет всем. Здравствуйте. Автомобиль у тебя какого года? 17-й год, стоковый полностью. 17-й год даже? Да. А у тебя даже старше, чем у меня? Ну, наверное, получается. У меня 18-й. А, 18-го года. 18-й? Да. Полный сток, но резина тоже 215. 215. Я смотрю, смотри. Сейчас мы... Первый выезд, получается. Первый, да? Да. Вот. А пробег? 69. Ого. Круто. Ну, на пассажирском сиденье сидеть, наверное, даже не наверное, а прикольнее сидеть. Потому что всегда за рулем. А здесь появилась возможность поснимать салон с пассажирского сиденья. Сейчас мы приехали овраг, где-то тут Евгений должен быть, и поедем за ним. Автомобили в основном сидят, провалились. Даже хорошие машины тоже, к сожалению, нас плотный и проваливается. Вот смотрите, автомобиль на широких колесах и по насту проехал хорошо. Вы провалились, все сидят. Где, вот здесь провалились? Да. Так. Кто копает, кто как.
смотрите, длинная Нива вытягивает длинную. А любой автомобиль, который садится на рычаги, на пузо, так называемое, естественно, он уже ехать не сможет. Так, у нас пятидверка. Нет, не прошла, все равно. Не получилось, разгона тоже не получилось проехать. А у человека на Ниве первый опыт. Но нет, нет. Смотрите, видите, передние колеса стоят у Нивы. Вот в этом проблема свободных дифференциалов, ребята. К сожалению, на своей не могу проехать, так как у меня автомобиль пока сломанный и только передний привод. Ну, побороться можно, а автомобиль, в принципе, едет и выехать может. Ему надо просто дальше назад сдавать. Это в раскачку. Вот, видите, раскачка, и автомобиль начинает ехать. Все, зацеп есть, клиренс снега уменьшили, и колеса уже цепляют землю. Уже есть возможность выехать. А сейчас, наверное, уже повис. Все. Молодец. Пятидверка вышла. А здесь снега уже меньше. Здесь поменьше снега, и уже Нива спокойно проезжает. Где мы сидели, тут трава просто надула снега, и автомобили не хотели ехать. Ребята, видите, Дастер под горку поехал, под днище набрал, колеса у него просто-напросто вывесились, и также он и висит. Ничего нового здесь не случилось. Пятидверная Нива борется. Тут смысл в чем, смотрите, если делать лифт автомобиля, да, то под каждый лифт можно найти себе препятствие. То есть для стандартной Нивы здесь будет совсем тяжко. Вот, для которая с лифтом, ей будет полегче, но все равно можно найти препятствие, правильно? Давай, мы готовы. Так, двухлитровый. Ну, смотри, вообще красавчик. Прям 2 литра красавчик. Однозначно. Неплохо, неплохо. Вытаскиваем Дастер. Смотрим здесь. Тоже автомобиль не хочет. Белый не у вас.
Хотя, опять же, борется. И самостоятельно выехать сможет. Если у них выход есть, то сможет проехать. Но у него и колеса повыше, они едут. Короче, ребята, все. Так, смотрите, вот длинная Нива с хорошим разгоном. Ух ты, молодец. Да, молодец, заехал. Сейчас мы здесь попробуем. Но нужен разгон. Без разгона сложновато. И там еще диагональный вывешник получается. И остановись. Вот Нива на двух самоблоках. Он пошел, Виталян, на двух самоблоках. Понял разницу? Заметили? Вот, ребята. Два самоблока на короткой Ниве, которые мы ставили. Так что переходите по моей ссылочке. Самоблоки АВТ, заказывайте вам подарки от моего канала. О! Пока прямо. Давай. Здесь вот диагональная вывешенная и глубоко. Так, сейчас попробуем. У тебя лифт сколько стоит здесь? Сантиметров 5, наверное, стоит. Поболее даже. 7-8. И колеса у тебя какие стоят? Колеса 31. Вот. Здесь вот разворачивайся и отсюда туда заедем по горочку. Попробуем. Самоблоков у тебя же ничего нет, да? Ничего нет. Шумка? Шумка. Полностью? Нет. А что сделал? Двери и потолок. Полы нет. Ну давай посмотрим, попробуем. Так, ты заблокировался? Див заблокировал. Второй пониженный, пробуй. Вот на самоблоках Ниву прям вот отсюда раз и вышло. О, ты на первый навряд ли. Сколько на ней катается? Год. Ну вообще нравится? Прикольно так? А, ясно. С движком ничего не делал? Катализаторы я убрал. Удалил и прошел. А убрал катализаторы, что туда ставил? Банки? Пламя гасить. И что, интереснее поехал? И всю трассу у меня выход двойной. А, ну да, я видел. Всю трассу, короче, поменял. Ну она поинтереснее поехала. И прошивку сделал. И все, а так с движком вообще ничего не. Ну понятно. Ну ладно. Thank you.
заехать. А третья или какую попытку, и не смог в эту горочку заехать, ребят. Вот, тросами, тросами. Итак, ребят, так как у меня пока автомобиля нету, поеду на чужом автомобиле. Ну, нам привычный Лада 4х4 Урбан и Тидверка. Проеду на автомобиле, расскажу вам свои ощущения. Нам нужно, сейчас едем на горочке. Вроде 10 градусов, а руки, да, прям? Ветер сильный. Ветер сильный, мерзнет. Руки мерзнут. Влажность, снег обещает. Вот проеду на этом автомобиле, расскажу вам ощущения без самоблоков, как это все происходит на этом автомобиле. Ну, даже без самоблоков, ребята, не вас едет. К нему просто нужно привыкнуть, немножко чувствовать. Вот, и в принципе все. Так, автомобиль ухоженный, чистенький. По сравнению с моим, конечно, ребята, у меня грязный. Че по расходу, скажи? Я, честно, даже, Виталий, не засекал. На каком бензине? 95-й. Всегда. Вот этот рычажок проходим, чтобы бампер не сломать. Дальше газ пол. И рулем вот так немножко можно подделывать. И мы заедем. Так, здесь небольшие кочки. Как и говорил, что удобно кататься в компании, то, что не страшно застрять. Можно влево, вправо заехать, и тебя всегда вытащат, но ты почувствуешь свой автомобиль. Чтобы не делать это, когда ты куда-то поедешь один, там, на рыбалку, в лес, там, за грибами, я не знаю. Вот, смотрите, потихонечку. Моем чему? Все, брат. Нормально. Гребет. Так, на двух самоблоках. Блин, ну совершенно другой автомобиль. Совершенно. Дастер. Попробуем, поехали. Пока третья тащит, вторая. Все. Могем на стандарте, ребята. Машин. Охренеть. Реально охренеть. Вот это самоблок стоит, да? Да, он что-то говорил. Да?
Ребята, черный дракон. Все на этом. Черный дракон. Но зато смотри, какие у него глушаки, а. Прямой выхлоп. Это реально так. Все, просто сидит на днище. Никакой лифт не помогает. Я говорю, какой лифт только не делай, да, всегда найдется преграда. Да, просто повис и все. Так, смотрите, шевик сидит, колеса крутятся. Все то же самое. Два брата-близнеца. Вот они сидят. А, там у нас два троса. Во-первых, подъем. Будем вытаскиваться. Вот. Нива на двух самоблоках вот вытаскивает. Раз, два. Так, а сейчас мы лучше. У нас лучший заезд. Сейчас мы лучше заехали, да? Да. На повышенной. Готовы? Что там, некому что-то оставить? Что, первый едет уже, да? Так, двухлитровый нас Дастер обгоняет. Так, двухлитровый Дастер нас обогнал. Все, да? Давай. Других вариантов нет. Тяжело, тяжело, нам тяжело. Так, слева обгоняет Дастер. Двухлитровый. Все-таки Дастеры, движки другие, ребята. Совершенно другие движки. Нам не хватает. Но только вот сейчас на первую повышенную переключились. И на самоблоках нас обогнал. По следам едет, да, но они по следам едут. Тут что, базар-то вести? А, короче, Дастер с ESP двухлитровый в самый топовый получился. Просто-напросто. Вот сейчас мы, смотрите, вслед встали и все, мы пошли. Поэтому... У тебя ручник не работает, что? Так, слава. Белый Нива устал совсем. Вот белый Нива только едет. И это тоже стал. Короче, нормально. Хватает, как видите, движка вполне хватает. Третья? Нет, вторая. Снега много, реально много снега. Дастер пошел. Обгоняет? Обгоняет. Блин, вот когда с колеи встаешь, все, не хватает. Давай, пошел. Отстает. Да. Ай! Все, мы победили туда. Отлично. Смотрим черную Ниву. Нет. Что-то у него 4 трубы. А у него выхлоп там интересный он сделал. Супер, супер. Так, мы выезжаем обратно.
могу сказать, Radaster 2 литра CSP, вот этот вот на данный момент. Едет вообще отлично, ребята. Если брать Duster, только 2-литровый и система ESP. Про длинную Ниву. Как сами видели, катались, делали драк определенный. Вот. Движка хватает, даже с 215 резиной. Все едет. Пробовали на пониженной, вот. Пробовали на повышенной, но в конце мы катались уже на повышенной передаче. По поводу самоблоков, вот Нива, которая короткая, показала себя отлично, нигде не застревал, выезжал даже на подъемах без проблем. Ребята, заказывайте самоблоки, не пожалеете, не пожалеете. Оставлю ссылочку. Говорю, разбирал свой самоблок недавно, менял усиленную полуось, то есть ставил, и разобрал самоблок АВТ-шный. За 20 тысяч износа ноль, вообще нету. Хотел поменять шайбу преднатяга, ничего менять не пришлось и не нужно. Сателлиты все целые, все целые, корпус целый. Вот. Как бы негласно, они говорят, что гарантия 300 тысяч, представляете? АВТ-шные самоблоки. Заказывайте, вам подарки от моего канала по промокоду. Все, готов! Жми! Отлично, отлично. Ну, набирает скорость 2-литровая вообще отлично. Наверху тяжеловато, видите? Самоблоки ВТ-шные. Давай, 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 да. Все, пошел. Да ладно, да ладно. Ну как так-то? Интересно, просто интересно. Не заезжает. Да, разгазуй вперед. Ох, ребята, когда человек первый раз так заезжает, то прикольно смотреть. А когда уже покатаешься немножко, там уже интересней. Берем разгон, ну, от конуса. Ну вот бросает газ. Боится и бросает газ. Но все, ребята, с опытом приходят. Давай, 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 да. Вот, 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 вот. Все, зашел. Ребята, главное не бояться и газ давить до последнего. Иначе ничего не получится. Вот, видите, все получилось. Duster у нас новую дорогу делает. Вот здесь вот интересно, здесь как раз и диагональное вывешивание, да? Давай побольше, что ли, возьмем. Вот так. Ребят, подъем прикольный. Ну да. Берем побольше разгона. Ну, должен, должен, да? Отлично. Вот, видите, газ не бросил и заехал. Сейчас попробуем Ниву
на двух самоблоках вот по этой траектории заехать. Ну вот давайте все-таки посмотрим разницу. Отсюда ни один автомобиль не заезжал, ни один от этого конуса, все брали намного дальше. Просто хотим проверить самоблоки. Тяжело. Чуть-чуть не хватило. Но, как я и сказал, что на самоблоках заезжает намного лучше. И разгона у него было намного меньше. А от конуса здесь никто не заехал. Если Ниве взять метр, буквально метр. Давай, давай, Виталь, дальше, дальше. Давай, давай, давай. Еще, еще, давай. Все, давай, нормально. Здесь-то уже по-любому он заедет, если он от конуса заехал. Ну, выручают самоблоки, выручают. Идеальный вариант. Вот, смотрите, старенькая Нива, без каких-либо там... Но она первой пониженной решил. Нет, нет, конечно. Тяжело. Сейчас раз и заедет, ребят. У него работает спокойно. Очень тяжело, очень. И вниз летим, не тормозим. Ну давайте посмотрим, не сдается. На горе боком. Нет, нет. Вот так вот. Шевроле Нива, 10 лет, стандарт, по сложной траектории. Результат тот же. Разгон у всех, даем мы маленький разгон. Конечно, если разогнаться прилично, то любой автомобиль заедет. Даже я на переднем приводе сюда смогу заехать, если я разгонюсь. Ух ты, как красиво. Нет, нет, нет. Нет, ребят, не получается. Ну, взял побольше разгон. Все равно не хватило. А вот самоблоками не вас. Даже меньшим расстоянием зашел. Пробуем 31-ю. Камофлайн. Молодчик. Так, Эльнур еще решил. Но как я и говорил, что буквально пару метров по целине. Обалдеть. Зашел. Круто. Боком, боком.
Но заполз. До сих пор боком идет. Все, видите, с первого раза у него не получилось. Сейчас раз заехал, два заехал, три. Все, он смело теперь уверен в своей машине и спокойно. Все выехали, я выехать не могу. На одну горку пытался. Сейчас здесь не заедет, тогда будем думать. Вот. Давай пробуй, пока я не уеду, давай не уеду. На переднем приводе, ребята, блин. Очень и очень сложно заезжать. Что ты? Все. Ух, заехали. Ладно. Что можно сказать по сегодняшним покатушкам? Еще, по-моему, я нифига не заехал, ребят. Колею надо встать. Фух. Все. Так, ребята, все, я заехал. Всем спасибо. Я домой. Ну и вот. Проехали нормально. Надо багажник выйти закрыть. Самоблоки решают. На данном случае, вот в данном случае, в моем, если бы у меня не было самоблока, я бы просто стоял на месте. Просто стоял бы на месте. Вот. Так что заказывайте самоблоки АВТ-шные. Ссылочка в описании. Как я вам говорил, от моего канала вам будут подарки. Или подшипники, или шайбы преднатяга. Все, пока-пока. Друзья, как видели в данном случае, что самоблоки выручают. Поэтому переходите по ссылочке, заказывайте самоблоки АВТ-шные. От моего канала вам будут скидочки при покупке, при заказе. Вам или в комплект положат шайбу преднатяга, или подшипники. Так что заказывайте самоблоки.